Приходите, заходите на горячие блины. Нынче масляная неделя. Будьте счастливы и вы. Какая же масленица без блинов? Их аромат разносился по всей площади. Кстати, раньше масленичная неделя называлась блинница или объедуха, а сам блин символизирует солнце. Подчивали гостей прямо с пылу с жару. На огромной чугунной сковородке диаметром 1 метр и угощения получались большими. Мне понравился больше всего обычный, без всего. Прям такой тонкий, хороший, национальный. Как у мамы? Да. Главное лакомство можно было не только попробовать, но и приготовить своими руками. Вот и глава муниципалитета Алексей Спаски надел фартук и стал к плите, чтобы, кстати, впервые в своей жизни испечь блины. По словам Алексея Петровича, это оказалось совсем непросто. Тяжелее, чем управлять округом. Масленица – это приход весны, это солнце, это какое-то стремление к обновлению, к тому, что совсем скоро появится и трава зеленая. Ну и плюс ко всему, сегодня так называемое прощенное воскресенье, поэтому давайте все друг у друга попросим прощения за те вольные и невольные обиды, которые мы совершили в году прошедшем. Масленичные хороводы, старинные русские забавы, спортивные соревнования в поднятии гири и распиливании бревна. И дети, и взрослые принимали участие в различных конкурсах. Алексей Анциферов сегодня здесь со своим сыном. И оба залезли на традиционный масленичный столб. Я не первый год лазил. На самом деле я больше детям показываю, что можно это сделать. Вот. И если честно, мой герой – это все-таки мой сын. Он сегодня впервые меня залез раньше. Вот. И я им горжусь. А ты не боишься залазить все-таки так высоко? Нет, это не страшно. Главное – уметь хорошо лазить и дотронуться до свитка. Мне кажется, это не так уж и сложно. А в фойе кинотеатра «Искра» впервые прошел кулинарный фестиваль «Ладушки о ладушке». Свыше 20 участников представили гастрономические шедевры из блинов. Не только потрясающе красивые, но и вкусные. Блины с мясом обалденные, с творогом необыкновенные. А ладушки, как мы сами, красивые, пышные. Кульминацией масленицы по традиции стало сжигание чучела, олицетворяющего зиму. Весна идет, весне дорогу. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.